Вопрос еще поступил в Телеграм от Андрея. Планируется ли благоустройство сквера по улице Оплеснина, где поставили памятник жертвам техногенных катастроф? Нужно освещение, пишет Андрей. Там не только освещение. И вообще-то, честно говоря, по поводу этого памятника у нас очень много было дебатов с чернобыльцами. Они там приглашали там архитекторов, какие-то там очень денежные такие проекты хотели, заказывались, но не получается никак. И в результате потом, я когда к ним пришел, смотрю, у них вот то, что мы сделали, стоит. Я говорю, а если мы вот такое сами сделаем, вы согласны? Да, согласны. Заказали вот тому же кузнецу, который у нас делал и мост там в Воздушном парке, людям очень нравится. Вот он нам сделал то, что там мы сделали, открыли. И в этом году, конечно, это было осенью, уже невозможно было заниматься благоустройством. В этом году там будет проведено полное благоустройство. То есть асфальтирование дорожек, сам пьедестал он будет облагорожен. Там будут цветочные клумбы. То есть мы это место сделаем действительно достойным, чтобы чернобыльцы могли прийти и побыть там.